Здравствуйте, Денис. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, одуванчик, наклеен на двухсторонний скотч на мой тестовый объектив. Сейчас я его проверю в моей камере. Я надеюсь, вы уже прочитали и посмотрели мою видеоинструкцию. Итак, я запрограммировал фокусное расстояние 50 мм и диафрагмы от 2 до 32 согласно таблице поправок. Но вы всегда сможете перепрограммировать одуванчик от 2 до 16 и использовать только поправки. Одуванчик в нужном месте подпилен. Вам останется только обезжирить поверхности и нанести клей с помощью зубочистки. Ни в коем случае не наливайте клей из тюбика. Маленькую капельку и ориентируйте одуванчик средним контактом, то есть второй справа или четвертый слева. Ориентируйте точно по красной точке. Калибр для наклейки одуванчика на этот объектив абсолютно не нужен, поэтому я его и не отправляю. Сейчас я упакую ваш одуванчик и отнесу на новую почту. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.